средней школе села Покровка функционирует единственный в республике отряд якутских скаутов-разведчиков. Чем заняты амгинские скауты? В средней школе села Покровка амгинского луса вот уже третий год функционирует единственный в республике отряд якутских скаутов-разведчиков «Колосок». Чем заняты амгинские скауты, узнавала Тамара Сметанина. В Майской средней общеобразовательной школе имени Евгения Леонидовича Чистякова обучаются 87 учеников. Педагогический коллектив состоит из 21 педагога. Школа агропрофильная, имеет подсобное хозяйство и 2 гектара собственной пашни, где дети обучаются основам ведения крестьянского хозяйства. В рамках национального проекта образования в нашей школе реализовано 2 федеральных проекта. Это цифровая образовательная среда и точка роста естественно-технологического профиля. Также на базе школы вот уже третий год функционирует единственный в республике отряд якутских скаутов-разведчиков. Нас 6 человек из 7 класса. Нашим классом руководителем и лидером считается Кривошапкина Красина Тимофеевна. Она учитель английского языка. Она уже имела опыт работы с другим отрядом в Мигино-Кангаласском улусе. Ее отряд был «Мамонтенок». Когда мы только начинали заниматься скаутингом, был проведен конкурс, где мы все вместе обсуждали, что да, и выбрали единую тему, связанную с нашим селом Покровка, который занимается хлебопашеством. Хлеб – колос. И так появился наше название «Колосок». 22 февраля 2021 года скаутский отряд торжественно вступил в скаутские отряды Национальной организации российских скаутов-разведчиков, которые объединяют скаутов из 21 региона России. Скаутское воспитание предлагает образ жизни, который направляет в определенное русло энергию детей, да, подростков и молодых людей. Да. И таким образом дает возможность испытать, что значит быть автономным, готовым помочь другим, ответственным и идейным. Приоритеты отдаются патриотическому, спортивно-оздоровительному, нравственно-эстетическому, творческому и трудовому направлению. Скауты активно участвуют в различных творческих интеллектуальных конкурсах, занимаются спортом, танцами, рисованием, а также тесно общаются со скаутами из других регионов. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Михаил Мишанов, Амга.